В рамках акции «Внимание, дети!» во всех детских садах, школах, лагерях дневного пребывания проходят занятия по безопасности дорожного движения. В детском саду «Золотой ключик» состоялся праздник, на котором присутствовали сотрудники ГИБДД. Занятие проходило на транспортной площадке дошкольного учреждения. Воспитатели соединили урок физкультуры с изучением правил безопасного поведения на проезжей части. Эти занятия, в принципе, они показывают ребенку, как нужно себя вести на дороге. Потому что вот если вы обратите внимание, то эта транспортная площадка, она приближена к нашим улицам, нашим дорогам. Пешеходный переход практически он соответствует по ГОСТам. И ребенок в реальности может на практике изучать свое поведение. Он понимает, что такое дорога, он понимает, что такое движение, почему он должен остановиться на пешеходном переходе и посмотреть по сторонам. Поэтому этот навык вот прививается детишкам в садике, и он переходит плавненько в город. Правила дорожного движения едины для всех. К сожалению, они написаны взрослым языком, без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей – доступно разъяснить их ребенку. Педагоги детского сада подготовили театральную постановку для ребят, где разобрали разные ситуации на дорогах. Это я, ваш лучший друг, старуха Шипокляк. Здравствуйте, ребята. А вот ваши драгоценные ребятки, наверное, не знают. Я тут пока шла по дороге, пошивала себе сумку. Дорожные знаки. О, целую сумку набрала. Вот сейчас я проверю, как вы знаете. Ребята весело и задорно рассказывали стихи про дорожные знаки, светофоры, пешеходный переход. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции воспитанники дружно отгадывали загадки по тематике безопасного дорожного движения, изучали и повторяли дорожные знаки, а также правила перехода проезжей части и места для безопасного катания на велосипедах и самокатах. Красный – остановиться надо, желтый – подожди чуть-чуть, зеленый – можно ехать. Надо не по дорожному движению не бегать, ходить шагом, и когда красный свет, машина ездит, когда зеленый – пешеходы идут. По пешеходному переходу нужно переходить, по зебре. Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя знания, терпение и такт, возможно научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. Сотрудники госавтоинспекции надеются, что благодаря проведению вот таких профилактических мероприятий дошколята станут дисциплинированными участниками дорожного движения. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.